В России утвердили новую профессию, трудоустроиться по которой можно с 14 лет. Подростки теперь официально смогут работать ассистентами экскурсовода. Министерство труда Камчатского края уже ведет переговоры с местными туристическими компаниями о том, чтобы в следующий летний период они принимали на работу молодежь. Профессиональный стандарт экскурсоводов будет дополнен функциями профессии ассистента в самое ближайшее время. Эта профессия очень востребована у нас в Камчатском крае, и она позволит не только обеспечить экскурсионную сферу молодыми профессионалами, но и, конечно же, даст возможность выпускникам школ, ребятам, которые еще учатся, попробовать себя в этой профессии и, возможно, в дальнейшем определиться уже с выбором своего будущего места работы и своей будущей основной профессии. Что входит в обязанности ассистента-гида? Это, конечно же, входит информирование туристов об достопримечательностях, маршрутах, какой-то полезной информации для путешественников. Ну и, конечно же, о том, как необходимо соблюдать меры безопасности на туристических маршрутах. И новый вот специалист, ассистент гида, ассистент экскурсовода будет оказывать помощь экскурсантам с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать с экскурсионным бюро. И, конечно же, это позволит самим экскурсоводам не отвлекаться на такие технические моменты. Напомним, летом этого года на Камчатке были трудоустроены больше 2500 подростков. В основном ребята работали по профессиям, которые связаны с благоустройством, то есть не требующим специальной квалификации. Информационное агентство «Камчатка».